Зовут тебя? Иван меня зовут. Ох, как он ту деревяшку. Вы не могли придумать имя, которого не встречается в России? Например, не знаю, Израил. У нас в Турции был Ибрагим. Вот кидали бы Ибрагима, блин. Короче, вон то деревце второе нижнее растет. Это нормально будет? Да. Которое вот это? Да, можно еще левее. Еще левее, между ним и ним. Сиди крабиком влево. Дернет сильно? Ну, говорят, да. Блять, чего же такие ненежные? Держишь руками веревку. Ага. И небольшой получается рывок на. Так, вот на сейчас вот так. Будет ослаблять тебе полный рывок. Веревку держу. Двумя руками держи прям. Типа прям перед вот собой. Так держи, да. Высоко не берись, потому что все равно тебя вырвет. Вот ближе к узлу. То есть по животу, окей. Ну, божечки мои, так. Так, сейчас я постою чуть-чуть. Ого себе. Ливень в 2 часа, два, да? Часа. О, гроза, пиздец. Я сейчас обгорю нафиг. Так. Что-то я боюсь вторую руку отпускать, конечно. Очень боюсь. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ой, давай, Ваня, Гагарин полетел, а ты полетишь. Все. Ладно, посмотришь еще раз уровень. Я все-таки за то, чтобы стопы еще больше прибавлять. А в полете веревку не отпускать ни в коем случае? Да, тебе на похвате хорошо бы, чтобы с веревкой было. Ага. Примерно сколько секунд я лечу? Полторы. Да, полторы-две, окей. Считай. Три, два, один. Удержал. Как страшно, да? Господи, что божечки мои. Йоу, полегче. А как раскрутиться обратно, ребят? Ага. Я смотрю, у вас физика тут все продумано. Стоп. Сейчас поставят, убегу, нормально.